Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет игра Hungry Shark Evolution. По-моему, где-то месяц назад, может быть раньше, вышла вот эта вот акула новая. И у меня как бы появилось желание поиграть в игру, открыть эту акулу. Но одна проблема, если я захочу ее купить, мне надо 180 тысяч, у меня 158. Соответственно, мне надо еще 122 тысячи накопить. Ну, короче, поиграем сейчас, надо 22 тысячи, у меня есть задача. Попробую за раз или за два раза столько золота заработать. А насчет этой акулы, давайте посмотрим. Называется акула очень странно, Нарвал Наташа. Я так понимаю, что это типа советская разработка какая-то, потому что дельфины в холодную войну, там типа американцы делали дельфинов. Военных дельфинов. А здесь типа аналог российский какой-то. Я не знаю, почему так названо. А может быть, это типа американский дельфин. Наташа, они просто так называли его, не знаю. В общем, это какая-то непонятная акула. Ну, это даже не знаю, почему. Здесь написано, что это вообще акула. Это самый спортивный нарвал во всем океане. Он может метать копья и протыкать своих жертв бивнем. Но напоминает как дельфин реально, вот выглядит как дельфин. Особая сила — бросок копья. Обратите внимание, этот хищник быстро набирает уровни, но прогресс не сохраняется. Но это специальная акула, поэтому мы не сможем ее прокачать, не сможем ничего одеть ей. Ну ладно, вернемся чуть позже к этой акуле. Сегодня будем играть Алан Разрушителем Миров, самая топовая акула. Она у меня 8 левел, не все прокачано, как видите, но у меня просто нет золота столько прокачивать, так что поехали играть. Я тут даже не буду смотреть, что у нее куплено, что включено, не включено. Давайте просто поиграем. Так, окей. Что у нас есть? Окей, окей. Прикольная она. Я сейчас недавно купил апгрейд, который позволяет немножко зумировать камеру обратно. И, соответственно, мы можем вообще все видеть сейчас, видите? То есть я вижу, где есть акулы, где есть рыба, где есть золото. Все видно это сдалека. Не надо подплывать очень близко, чтобы камера видна была. То есть вид намного удобнее стал. И этот вид каким-то багом у меня активировался на особые акулы, кстати. Может быть, у вас тоже такой баг. То есть если вы сейчас играете вот этой акулой, а потом берете любую особую акулу. У них же нет ни апгрейдов, ничего нельзя сделать. И там тоже будет карта так вот далеко видна. Соответственно, акулы огненной, лава которая там, или как она называется. Ну, огненная акула, да. А ей можно такие рекорды делать, я просто не знаю, я 100 тысяч, 100 миллионов, по-моему, набирал. И особо не напрягаюсь. То есть там легко. Там чуть-чуть нажимаешь, и чтобы она во все стороны дышала, и все просто сгорают. И огромное количество очков можно получать. Сейчас посмотрим, сколько мы заработаем этой акулой. Надо сейчас войти мне в раш, набрать кураж. И быстренько всех есть, чтобы получить мне золотую манию вот эту, да. Чуть позже мы пойдем вот в этот мир, который открыт сейчас, или там дополнительный, который новогодний мир. Там очень много золота можно получить. Мы туда пойдем чуть позже. Акула не со всеми апгрейдами, как видели, и поэтому она ест медленно довольно-таки. То есть реально. Ну, хотя золотая лихорадка довольно-таки долго работает, если можно. Намного дольше, чем во второй части, в World, Hungry Shark World. Кстати, вторая часть не такая популярная, как первая. И как и по прибыли для разработчиков, так и вообще по качеству игры. Потому что вторая часть, она лагучая ужасно. Она у меня на iPad Pro, она иногда бывает не плавно идет. Я уже не говорю про другие девайсы, которые старые. Там она вообще лагучая-лагучая. На андроидах она еще хуже идет. Поэтому, я не знаю, разработчики сделали новую игру, но она как Garden Warfare, вторая часть, она не оптимизирована. То есть можно сравнивать. И по прибыли, как бы, первая часть, вот эта вот, которую я сейчас играю, Evolution, ну, она как бы не первая считается, у них там до этого были еще всякие Hungry Shark. Ну, вот первая, которую я играю, можно так сказать, она более прибыльная для разработчиков. Соответственно, они сюда решили добавить новую акулу, потому что прибыль идет. И они думают, ну, блин, ну, прибыль идет, надо что-то делать. Вот и все. И будут еще обновления, будут и большие акулы для этой части выходить и все остальное. Соответственно, мне есть смысл сейчас играть в нее. Потому что в будущем что-нибудь еще добавят, я что-нибудь прикуплю, там новые гаджеты какие-нибудь. Единственное, у меня, конечно, кристаллов очень мало. У меня их не хватает просто катастрофически. Видите, 200, а там что-нибудь купить, там надо 800 кристаллов. Вот видите, как видно все здесь сразу с этим зумом, апгрейдом. То есть я сразу вижу, куда мне идти, где кто есть, где никого нету. То есть ли смысл лететь куда-то плыть. Соответственно, очень круто.
Ну что, вот здесь мы должны хотя бы 170 тысяч сейчас золота заработать прям. Ну, если, конечно, я хорошо все сделаю. Я просто давно не играл в эту версию. Я World играл как-то, а вот Hungry Shark я уже подзабыл, поэтому Hungry Shark Evolution. Поэтому сейчас буду вспоминать. Вот пошла золотая лихорадка. У меня, по-моему, не включен апгрейд, который присасывает к себе акул. Или я не взял его... А, вот он работает, работает. Просто не обратил внимания. Мне просто показалось, что, типа, что-то долго он не работает. Вроде не было его. Просто на автомате играю, не заметил даже, что он был. У нас ровно минута. Больше минуты времени нельзя накапливать. Уже 162 тысячи, кстати, ребят. Может быть, в этом мы и новую акулу посмотрим в видео, если я 180 наберу. Посмотрим, посмотрим, как получится. Сейчас я проверю, запись идет, все, все отлично. Записываю, вы спрашиваете, чем записываю? Записываю к сплитам. Девайс, который использует Elgato. Внутри компьютера стоит такая плата, она вставляется в PCI Express, или просто PCI называется, вход, не помню. По-моему, PCI просто называется, не Express, а обычный PCI. Туда в карту вставляется это. В нее вставляется этот HDMI. HDMI, который идет с iPad. Через этот HDMI идет сигнал, картинка. Вот и все. Но чтобы подключить HDMI, надо еще переходник для iPad покупать. И вот таким образом я записываю. Ну, отдельно микрофон подключен, отдельно веб-камера. Вот и все, что мне надо. То есть передо мной стоит там вот компьютер, а я смотрю на iPad. Могу и на компьютере играть, там тоже картинка видна эта вся. Плюс вебка моя сразу видна в эксплите, превью такой. Вот так вот записывают. А что, чтобы вам начинать это все делать, как я, вам надо купить iPad, во-первых. Ну или Android какой-то планшет. Elgato. Это такая коробка. Она, по-моему, $200 стоит. Я не знаю, может дешевле сейчас. Там их много разных вариантов. Уже новая какая-то вышла. У меня не новая, у меня HD60. Я покупал, по-моему... Когда я ее покупал, сейчас вспомню. В 2014 году, по-моему, в конце, или в начале 2015. Она когда только появилась. Это как бы типа новая версия, она позволяет в 60 FPS записывать Full HD. А предыдущая версия, она только 720-60 FPS могла записывать. Вот вся основная разница между ними. И в предыдущей там был еще вход для старых приставок, типа PlayStation 3, можно... нет, не PlayStation, а там другой вход был какой-то. Ну, PlayStation 3 тоже можно было подключать. Но PlayStation 3 уже изначально HDMI был, поэтому нет смысла было так использовать. В общем, ладно, хватит про это говорить, давайте играть. У нас уже 166 тысяч, нам осталось 14 тысяч. Времени у нас полминуты. То есть надо еще немножко времени мне поднабить. Времени не хватает. Я просто и так и до сих пор не понял, с кого тут время падает, с кого не падает. В общем, непонятно. Вот сейчас времени больше, видите, 46 секунд стало. Что-то съел, кого-то съел. То ли пингвинов надо есть, то ли людей... То ли тут с кого угодно может что-то выпасть, время это, поэтому я особо не разобрался еще, сколько играю. Я просто все подряд ем и все. Сейчас все золотое, видите, 20 миллионов уже заработал. 168 уже тысяч у нас. Еще 12 осталось. То есть, соответственно, теоретически, если сейчас хорошо здесь все пойдет, если сейчас время мне добавят, больше 30 секунд я смогу, то я смогу здесь еще подольше остаться и добить эти золото это. Потому что снаружи, в другом мире, там труднее все это набивается, намного труднее. Здесь можно еще вот летать, здесь тоже, видите, сколько всего. Но, по-моему, здесь не очень выгодно, я не знаю. Здесь просто время закончится, здесь секунды не получишь дополнительное, бонусное время. И, кстати, акула начинает уже умирать, смотрю. Голодная, в смысле, становится быстрее. Поэтому надо быть... поспешить мне сейчас. Золотая лихорадка пошла. Вот самое то, когда все падает сверху, можно все это есть. Это все золото, по сути. И очень много-много золота можно заработать. 169 у меня тысяч, но это как-то плоховато я. Бывало у меня получше. 170 сейчас будет практически. Но золотая лихорадка сейчас вроде заканчивается. А времени у меня 7 секунд осталось. Я не знаю, с кого время тут падает. Видите, заканчивается. Не получилось секунды дополнительные. Поэтому 11-10 тысяч мне надо будет в другом месте сейчас собирать. Да, вот 10 тысяч придется здесь мне собирать. В этом мире. Ну что, может успею собрать. Посмотрим, сколько, насколько затянется видос. Как думаете, ребят, смогу, успею? За минут 10. Ну, нет, 10 это много. Тут за минут 5 надо собрать. Потому что скоро акула будет такая голодная, что я просто не прокормлю ее. Она будет постоянно умирать. 170 тысяч у нас, да? Так, мы открыли еще эту золотую манию. Правда, это время нас золотой лихорадки немножко отняло. Потому что мы это время ничего не делали. Вот здесь, по-моему, в сундучке у нас золото немножко лежит всегда. И мы куда-то поплыли непонятно куда вообще. Какое-то место.
Здесь особо нет больших рыб, и за эти рыбы я золотую лихорадку не набираю прям так быстро. Поэтому надо куда-нибудь подальше улететь, уплыть. Так, я не знаю даже, где я здесь нему. Какое-то место такое. Я редко здесь бываю, я в основном практически сверху нахожусь, потому что там очень много всего интересного можно найти. Так, у воды, потому что там люди всегда плавают, и птицы, и вот, например, чувак на акуле вот этот, если он золотой, он с него можно дополнительное золото получить. Сейчас, конечно, время немного потерял, золотая лихорадка заканчивается, я ничего не делал практически. Ну, 172 тысячи у меня. Но это плохой результат, можно было больше сделать за эту золотую лихорадку. Локация была не очень, вот здесь, кстати, золото немножко возьмем. Здесь, по-моему, еще вот золото есть здесь, насколько я помню. Ну-ка, коробка есть? Да. Давай, бери ее. Тут, видите, какой я уже голодный становлюсь? Очень быстро голодным становлюсь. Прям надо есть, есть, есть все время, бесконечно. Гитару взял, за нее, может, золото в конце еще дополнительное получим. То есть здесь можно не 180 тысяч сейчас нам набирать, например, 175, и нам 5 тысяч там может бонусом закинуть за проценты какие-то. Ну или 178, чтобы наверняка там... В конце там 20% или 10% там золото накидывается за какие-то предметы, которые нам не или просто там какие-то бонусы. Ну там увидите, там реально в конце золото всегда добавляют. То же самое с очками, они тоже перемножаются, там как-то какая-то формула у них есть. И в конце больше очков будет, чем у меня сейчас 30 миллионов, будет там 33 миллиона, я не знаю, 35 может быть. В зависимости, как хорошо я выживал, как долго я не умирал там и прочее, там разные бонусы даются. Надо просто знать, я особо не разбираюсь. Нет, 7 тысяч надо много золота нам. Но я постараюсь, нам просто золотая лихорадка нужна. Она что-то все не падает, не падает. Не набирается, в смысле. Сейчас. Осталось чуть-чуть увидеть полоску. Блин, на меня вверх отправило, я сейчас кучу времени потрачу здесь. Вместо того, чтобы есть вот нормальную рыбу, за которую дают очень много монет. Так, вот эту всю рыбу ем, ем, ем. У меня такое ощущение, что сейчас зум сбился, я далеко уже не вижу как-то. Или мне так кажется? Не, я, наверное, привык просто. Все нормально. Так и есть все. 175 тысяч практически у нас. Пятерка осталась. Вот если в минуту по 1000, то это будет круто, но... Но я не думаю, что так все легко будет. У меня, кстати, какой-то напарник мой, питомец в смысле. Или как он там называется? Ну, питомец, по-моему, по-русски, да? Он очень такой жесткий, он такой резвый, видите, он... Плавает, ест всех. Что такое? Хороший. До этого у меня был какой-то непонятный питомец. Этот я не помню, где я его купил. В прошлом видео, если вы смотрели, может быть, я там где-то купил его. Я так и не помню, где я его купил. В какой момент именно. 175,5. 175,5. И концовка карты. Куда? Зачем я сюда? Тут же ничего нету. Так. Эту рыбку... Ну, 176, окей. В минуту получается где-то 1000 золота. Это неплохо, но главное не останавливаться. Потому что если я остановлюсь, я начну умирать. Хоть у меня много здоровья, но... Чем дольше выживаешь в этой игре, тем быстрее голод наступает, так сказать. Ну, это разработчики так сделали, чтобы ты бесконечно не выживал здесь. Чтобы супер крутые рекорды по очкам не ставил. Много золота уже не набирал. Постоянно золотая лихорадка не была у тебя. Здесь золотая лихорадка — это единственное спасение от голода, на самом деле. Можно ничего не есть, но золотую лихорадку получать. Ну, если так поел, золотая лихорадка, у тебя там секунд 10. Тут 10 секунд ты здоровья не теряешь. Соответственно, и есть ничего не надо в эти 10 секунд. Можно выживать. Так, 176,5. Золотой лихорадки нет, поэтому золото сейчас не идет. Ну, давай, уничтожь. Отлично. И отъедим. Почти, почти лихорадка. Правда, здесь такое место, что если я сейчас получу лихорадку, мне тут есть нечего. Поэтому я, наверное, пойду. Вот людей, если я сейчас начну есть, тут нормально. За них дают золото. Но их мало осталось. Они еще не отреспаунились с прошлого раза. О, сейчас будет прикольно. 177, смотрите. На мое золото, сколько я заработал. Ой, еще вот это вот. Самолет бы этот. За них тоже, по-моему, прикольно дают много. Золото. Я не замерял, но вроде по ощущениям прилично дают. Опять золотая лихорадка в никуда. Как бы 1000 золота за работу какую-то, это очень мало. Здесь надо 2-3-4 тысячи за одну золотую лихорадку можно зарабатывать. Если в хорошем месте находиться, где все золотые, должно быть много-много-много золота, монет.
Ну давай, давай, уничтожай. Отлично. Я все краба мало убивал. Я за все время, по-моему, один раз или два раза краба убивал. У меня что-то не получается его. Там какая-то стратегия, но я постоянно от голода там умираю. Поэтому я не знаю, как его убивать. И что, какая фишка от него. То есть там было задание, я его давно сделал. Как бы надо было убить краба и все. А что с него падает? Или из-за чего убивать этого краба, я не могу понять. В смысле, ну как бы смысла нету просто. Время тратить, убивать краба. Квест был, я его сделал. Окей, а что сейчас делать с этим крабом? Так. Съедим этих всех. Так, ну что у нас? 2000... А, нет, 1500 осталось монет нам собрать. Смотрим. Тык-тык-тык-тык-тык. Золотая мания. Я попробую еще и рекорд по очкам нормально поставить. Даже если мы наберем сейчас 180 тысяч монет, я попробую подольше повыживать, посмотреть, сколько я могу миллионов собрать, заработать очков. Сейчас 50, грубо говоря, если округлять. Это мало, 50, надо 100, хотя бы 100 реально. Но я в ледяном городе мало заработал очков, потому что в основном все очки там именно зарабатываются, там очень выгодно... Много очков можно заработать. Извините. Много говорю, уже горло хрипнет. Поэтому вот там можно зарабатывать много очков в ледяном уровне. Но сейчас я уже был там, поэтому... Он закрыт на сколько? На 12 часов, по-моему. Или на 14 часов. То есть раз в день, грубо говоря, можно. Или рано утром пытаться играть, и поздно вечером он обновляется, и второй раз пытаться набирать очки можно. Но вы, ребят, пишите, как вам вообще игра. Это наша старая, очень давно вышла. Ну, ее, конечно, сейчас оптимизируют, улучшают, новые обновления выходят, акулы добавляют. Я когда давно, помню, первый раз поиграл в эту игру, это был, наверное, 2013 год, или даже 12-й. Не помню, 12-й или 13-й? По-моему, 13-й. Да-да-да, 13-й, я помню. Начало 2013 года я поиграл первый раз в эту игру. У меня были реально хорошие ощущения, такие приятные. Потому что я ничего подобного не играл. Я даже не знал, что тут ожидать. Как бы у меня карты здесь не было. Я плавал, только смотрел какие-то тут подземелья. Изучал карту так на пальцах. Типа изучал, запоминал места, куда плыть. Потому что я же не знал, куда... Какие тут варианты. Я хотел найти какое-нибудь, я не знаю, сокровище. Или что-то интересное. Я вообще не понимал, что можно ожидать от игры. Но когда карту уже купил и поиграл побольше, ты уже понимаешь, что здесь как бы нету так прям больших возможностей. Карта довольно-таки маленькая. Понятно, потом мир добавили этот новый, будущего. Вот сейчас можно в него сплавать, посмотреть, что там. Но все равно там ничего особо. Там очень быстро убивают, потому что там с пушек стреляют по тебе. А у тебя еще голод быстро идет сейчас, например, как у меня уже 15 минут выживаю. И там просто сразу погибаешь быстро. Я хочу здесь вещь забрать. Здесь сундук или что-то там, какая-то вещь. Ну, вот этого типа. А, это Тедди Бир, это типа плюшевый медвежонок. Ну, он может не плюшевый здесь, а металлический. Так, я погибаю, скорее всего. Но я Resurrect использую. У нас есть гемы, плюс мы за этот раз пару гемов, я думаю, заработали. Можно и потратить их. То есть у меня 230 или 231 гем был, когда мы начинали. И сейчас только же осталось. Я помню, какой-то гем с кого-то выпал. Здесь, по-моему, разработчики сделали, что гемы труднее падают. Я помню, как-то играл, было больше гемов. Сейчас как-то... Видите, как я быстро погибаю. Второй резурект тоже и ставит единицу. Поэтому можно и резуректиться, и не бояться. Цена хорошая еще. А вот сейчас будет 2, потом 3, потом 4, потом 5 резуректов стоит. И потом, по-моему, они сделали, что можно еще больше резуректов использовать. Там 10, по-моему, последний резурект, когда стоит уже десятку. Я не помню. Или следующий будет сейчас 2 стоимость, потом 4, потом 8. Не знаю, не помню. Я уже со второй частью просто путаю. Так, ну что, 181 мы-то заработали, но я хочу еще рекорд поставить. У нас почти 60 миллионов. Но это плохой рекорд. В основном все деньги мы, в смысле, очки заработали в ледяном уровне. А здесь как-то у меня не особо получается как-то очень круто зарабатывать эти очки. Сейчас я такой голодный, смотрите. Вообще не прокормить его. Нужно прям супер лихорадку постоянно эту золотую собирать. Прям вот сразу. Потому что времени нет. Постоянно голодный. Они, наверное, пофиксили золотые лихорадки. Раньше как-то играл, у меня постоянно одна была за другой лихорадкой. Сейчас как-то сложнее все-таки это все набирать.
У меня, кстати, акула 8 левела, то есть я даже до 9 не докачал сейчас. То есть надо несколько раз играть, чтобы левел получить. Сейчас очень трудно уже последний левел набирать. А за все это время здоровье будет повышаться, в смысле апгрейды дают эти левелы, больше здоровья у акулы. Может быть, она быстрее плавает, я не знаю, какие там еще плюшки того, что левел под... Может, она по размерам еще увеличивается, акула. И чем больше акулы, тем сложнее управлять ей, на самом деле, в мелкие какие-то маленькие проходы. В скалах там не проплыть, если акула будет большая и прочее. Так, ну что, 18 минут я выживаю уже, прикольно, прикольно. Можно было сверху полетать, там звезды пособирать. И здесь, кстати, очень легко можно набирать золотую лихорадку, если вот прямо вот все правильно делать здесь. Но я, по-моему, не наберу сейчас ничего. Уже заканчивается это. О, зато здесь можно вот гемы собирать. Если повезет, конечно, не каждый раз. Но можно. Луну, кстати, можно съесть. Там очень высокий шанс, что сразу же будет золотая лихорадка. Да, видите, сколько я набрал? Только съел луну вот эту. Сразу у меня практически половина полоски золотой лихорадки набиралась. Ну, я погиб, потому что я был голодный. Но вот золотая лихорадка сработала. Благодаря вот этой луне, можно сказать. Так бы не было сейчас. 183 тысячи у меня. Плюс будет в конце, как я говорил, процент бонус какой-то по монетам. Какой он будет, я не знаю. Ну, может, 5 тысяч добавят еще. Посмотрим. Но все равно этих денег ни на что не хватит, кроме как новую акулу купить. Потому что... Ну, потому что все, 180 уйдет, останется 10 тысяч, на 10 тысяч вообще ничего не купить. Ну, я не знаю, может, одежда там какая-то есть, но у меня уже все нормальное куплено. Дешевую одежду она ничего не дает, там бонусы никакие. Поэтому никакого смысла. О, вот эту акулу постоянно ешь, я забыл, как называется. И с нее сразу постоянно лихорадка быстро начинается, очень быстро полоска идет. Мы сейчас съели и получили сразу лихорадку, и можем выживать 10 секунд. Спокойно, здоровье не теряется, можно есть, не есть, неважно. То есть можно выживать. Сейчас 20 минут будет. Неплохо, неплохо. Выживаемость хорошая. Так, так, так. Я уже хочу новую акулу попробовать. Новая акула выглядит прикольно. Я так понимаю, ускорение дает ей выстрелы такие. Типа... Выстрелы. Там же было в описании написано, что... Что она умеет. Поэтому надо смотреть. Проверим ее. Так, здесь я заблудился. Ничего нету. О, вот это у нас есть. Ой, как она мне много нанесла урона. Это этот, папочка, большой папочка, по-моему, Биг Дэдди был. И он реально очень много мне урона нанес. Ну, можем нырнуть в этот мир сейчас, у нас золотая лихорадка, мы там не умрем сейчас. Быстренько, пока она и работает, ну, можем попробовать. А, здесь еще нельзя так сразу сломать, да, это все. Попробовать, здесь рыба есть, акулы есть, так что можно что-то сделать. Но будет сложно здесь, конечно. Ну, у нас, кстати, есть какие-то квесты. По-моему, я не все квесты сделал. А как квесты сделать? А, вот, забыл. Поглотить 10 больших папочек. Мы же на 60% сделали. Кусака 60%. Поглотить 5 мистеров кусак. Значит, двух надо еще. Взорвать 350 мин. То есть мы практически все квесты сделали. Остаться в живых 30 минут. Может попробовать сделать квест от остаться в живых 30 минут. Но это, конечно, будет сложно. Потому что сейчас я прям умираю, прям, я не знаю, время тянуть придется. Даже когда умираю, может сразу не резуректиться. Время, может, идет, считается, что 30 минут мы выживаем, не знаю. Вот сейчас я здесь все съем, и как бы и меня просто вот пристрелят. Потому что здесь такой урон вот от этих лазеров ужасный. Просто нереальный урон. Сейчас посмотрим. Так, так, так. Кого-то едим, может, кое-что сделаем. Там был мины, да, 250 мин надо взорвать, да? А, вот эти мины, наверное, считаются. То есть я могу вот эти мелкие мины сейчас вот и сделать квест. Они здесь как раз-таки в этом мире везде появляются, такие популярные. О, опять у нас. Здесь, кстати, прикольно, можно много очков набирать, я смотрю. Много очков и много рыбы, еды как бы есть, поэтому... Я думаю, что я тут с голоду не помру. Квест какой-нибудь сделаю, я думаю. Проверим после этого, что там мне останется по квестам. Минки мне нужны. Если я вижу мины, надо эти мины сразу есть. Если это засчитываются именно эти мины. Может быть, там какие-то определенные большие мины. А это какие-то тут слишком уж маленькие мины. Поэтому я не знаю. Надо проверять. Сейчас я, наверное, пролечу вниз тогда. Проплыву, в смысле. Здесь можно и плавать, в смысле летать сверху. Выныривать и летать, я думаю. Но я там особо не знаю, просто не хочется умирать. Если там рыбы нету, некого есть, то мы сразу от голода помрем.
А это вот ограничитель уровня такой справа, такой столб, типа, я не знаю, лава, типа, льется там или что. Ну, типа, такой искусственный ограничитель, чтобы не плавали туда, потому что там ничего нету. Так. Ну, по очкам ничего тогда, 100 миллионов набираю, может, 98. Хороший множитель, 112 сейчас, поэтому можно разгуляться. А сейчас я хочу снизу поплыть, здесь мы, по-моему, не были. Или я здесь был, и потом наверх поплыл, что-то я не помню. Ну да, рыбы здесь нету, смотрите. Вот нет рыбы, все, мы сразу голодные практически, сразу. О, хорошо, золотая вторая, следующая, подряд прям. Буквально 5 секунд там не было. И снова следующая, вот тут я проплыву. Здесь пока нормально, вот сверху там какие-то пушки стреляют. Я просто такое место хорошее сейчас нашел, выбрал. Здесь особо тебя никто не трогает. А вот я, например, вынырнул, и смотрите, здесь пушки, вот, что это такое, разрушения какие-то. У нас сейчас множителя нету, нам это до одного места, потому что... Ну, там, наверное, квесты есть, по-моему, был такой квест, уничтожить вот это что-то такое. Поэтому это можно было делать. Но зато, вот смотрите, много можно... Вот и минки тут, кстати, в воздухе. Все это можно съесть и квест сделать. Так, не ту кнопку нажал, сейчас посмотрим. Мы что-то у нас... Ага, взорвать 350 мин. Мы уже 15% у нас осталось остаться в живых. То есть мы можем два квеста теоретически сделать, именно здесь оставаясь. Если я выйду, наверное, там мне еды не хватит в другом мире, в прошлом. Здесь как раз-таки рыба такая большая есть, с которой много дают еды, и ты не постоянно не голодный. Но здесь также и лазеры вот эти опасны. Вот они меня сейчас подстрелили, у меня здоровья не стало. Сейчас я выживаю, мне еще надо 6 минут. Мы сейчас попробуем сделать этот квест. Я его как-то пробовал, мне все не хватало как-то терпения. Сейчас как-то я давно не играл, как-то интересно. Как, хоть что-то интересное я вижу. Опять нету рыбы, все. Мы сразу голодные. За мины нам ничего не дают, поэтому... Чисто для квеста мины, потому что мы не восстанавливаем здоровье от этих мин. Мне бы сейчас вот чуть-чуть осталось лихорадки куда-нибудь. Сейчас рыба снова появится, потому что долго ты ее не ешь. И она появляется в том месте, где уже было. Так, вот эти рыбки хорошие, за них, может, лихорадку мне дадут, нет? Что-то я... Ну, чуть-чуть уже, вон лихорадка, но где лихорадка-то? Что-то мне не везет. О, все, сейчас мы полностью здоровье восстановим. Нам 30 минут выживать, это не так много, надо попытаться сейчас. Так. Ну это все ерунда, что это я ем. Мне надо мины искать, на самом деле, чтобы второй квест сделать. А остальные квесты, я не знаю, там снаружи, в другом мире можно попытаться еще найти тех акул и выполнить, конечно. Взорвали мы минки те. Сейчас надо поесть. Вот реально мало-мало. Вот за эту рыбу ничего не дают. О, мины. Может, уже квест практически сделался. Я думаю, там буквально 2% осталось. Еще 5 минок каких-нибудь там. И все, мы все сделаем. Так, у нас даймонд выпал. Хорошо, приятно. Потому что мне еще срезуректиться понадобится. Видите, у нас 225 гемов. А было 230 где-то в начале, когда мы играли. То есть мы же минус 5 потратили. О, был звук, я сделал квест. Только какой? Да. Вот этот. Мне дали 4200 монет. Первый, второй здесь, скорее всего, не сделать. Именно в этом. Вот этот остаться живых мы сделаем. А еще поглотить вражеских акул есть квест. Ну, это как бы надо просто играть долго. И получится, надо выживать просто. Искать акул, мы их найдем рано или поздно, этот квест делается. Надо просто долго выживать, больше 30 минут, чтобы сделать квест этот. А мы еще только 25 минут выживаем. Поэтому там надо минут 35 выживать и постоянно плавать, и рано или поздно этих акул можно съесть. Кстати, напишите в комментах, вы делали вообще квест или вы забили на квест, когда уже такая акула высокого левела. Ну как бы там монет почти не получаешь, ну что это за задание, 4000 монет, ну ни о чем. Как бы не поможет ничем. А это выход или что? Давай, выходи. Да, это выход. Выход. Так, давай, ешь. Мы еще не погибли почему-то. Каким-то образом я еще вылетел оттуда и тут еще как-то выживаю. Ну вот опять в это место попал. Здесь как бы рыб нету, ничего. И мы голодные. Сейчас я... Последний резурект, скорее всего. И нам срочно надо прожить вот эти вот буквально 3,5 минуты. Это очень сложно, конечно, потому что меня сейчас могут пристрелить здесь кто-нибудь, еще что-нибудь, у нас мало здоровья. Лихорадки нет золотой. О, пошла. Золотая мания, вернее. Я почему-то лихорадку постоянно говорю, но это на самом деле мания перевели. Ну, не знаю, мне как-то лихорадка больше поприятнее говорить, чем мания какая-то, золотая мания.
Лихорадка золотая. Как было в Штатах, когда приезжали все в Америку, в Северную, эту за золотом. Так, потому что там были такие залежи хорошие. Сейчас я не знаю, что там с золотом. Там уже, наверное, вручную никто не ищет золото. Если там, типа, промышленным методом добывают его. Так, окей. 197 тысяч. Опа, золотая ли. Но все равно по времени нам надо 3 минуты, чуть меньше 3 минут, выживать. Это реально очень сложно. Может быть, какой-то другой тогда квест сделаю, если я найду акул каких-то там. Вражеских акул там надо съесть. Это несложный квест, если акулы будут. Просто здесь в основном рыба, а акул нету. Вот, вот это не акула, или это акула, по-моему, была, да. Так, так, да, да, это была акула. Большая белая акула, по-моему, это была с ракетным ранцем. Они еще летают здесь сверху. Так, ну что, следующая стадия. Ну, здесь обычная рыба, здесь минки, ничего такого. Надо идти налево, я думаю. Потому что сейчас тут все закончится, и мы погибнем. А у нас больше резуректов нету. 30 минут мы не выживаем. Видите, как все плохо. Ну, давай, давай. Блин, я, наверное, тут останусь. Если я буду перелетать, я просто умру. Здесь хоть что-то можно съесть. Я полечу налево, и все. Ничего не ем, и меня пристрелят. Или я от голода умру, и то, и другое может произойти. Вот здесь все. Здесь ничего не сработало. Мины ничего мне не дают. Я опять попал в эту ерунду, куда 100 раз попадаю, вот этот переход, и погибаю. Все. Или 20 есть еще. Все. Не получилось выжить. Чуть-чуть осталось. Ну, сложный реально квест. Но хоть один сделали квест. Можно было там еще что-то сделать. Вот, дали мне бонусы. То есть я заработал 41 тысячу, дали бонус 1400, за каждый бонусный объект дают сколько, с 4 я нашел, значит там где-то 35 получается за каждый, да, 4, ну где-то так, ну 40 плюс что-то там, какие-то бонусы, и бонус друга какой 10% дали мне, я наверное кого-то приглашал или меня кто-то пригласил, я не знаю что это за бонус, а он наверное мне не начисляется 10%, я думаю. Вот это, про это я не знаю. Просто он показывается, но, по-моему, не начисляется. Отлично, сыграли. Ладно, рекламка тут. Значит, в следующем видео мы будем открывать новую акулу. Я ее заценю. Посмотрим, что за способности. Так что, если интересна эта игра, подписывайтесь, ставьте лайк. Надеюсь, вам понравилось все. С вами был Андромалик. У меня есть группа ВКонтакте Андромалик Плей. Там есть много чего интересного. Так что заходите, смотрите. Мой канал. Увидимся. Все, пока. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся.